Доброе утро, дорогие подписчики и гости канала. Вашему вниманию хочу предложить показать постные пирожки. Вот эти вот пирожки с повидлом. Ёжики я их называю. Ёжики. Горшочки с перловой кашей. Такой пирожок с капустой, солянкой, с грибами. А эти вот пирожки с картошкой, тоже с грибами. Все постное. На 1 литр кипяченой тепленькой воды 70 грамм дрожжей, 100 грамм масла растительного, 1 столовая ложка соли. 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки уксуса, 1 жменька, это ну, стакан, может, 200 грамм, вот так вот скажем, ржаной муки, остальная мука высший сорт. Можно первый сорт, это как вам нравится. Замесили, сразу замесили крутое тесто, оно поднялось, и формируем на пирожки тесто. Берем на каждый пирожок 100 грамм теста. На такие пирожки просто делаете лепешечку, с один положили кашу, защипали вот так вот, и все. Положили, перевернули вот эту лепешечку, перевернули, сверху сделали вот кружочек и одели шапочку, такой шарик, комочек теста